изменение такое положение, так сказать. Мы волей-неволей коснемся политики. Я думаю, что вполне справедливо. Не то, что власти сверху решили, а как бы я думаю, что мы и сами как бы соображаем, что как-то, пока идет специальная военная операция, то нужно как-то и соображать, что все-таки это какая-никакая, может быть, еще не дошло пока до нас, до всех, но это все-таки война. И наши ребята рискуют, наши ребята погибают, наши ребята там... И к этому отношению как-то у нас немножко телевизионный такой, да? От того, что появился интернет, и сейчас мы везде эта картинка есть. Ну, она просто как в реальном времени. Да вот идет война, вот кого-то убивают, и все к этому... А, мы начали вопрос с чего? А вот я все объяснил. Корпоративов поэтому не будет, я так думаю. Деньги буквально сэкономленные пойдут на помощь как раз нашим бойцам. Я так думаю, надеюсь на это, потому что вроде бы как к тому идет.